Дом номер 11А по улице Дружбы. Построенный в более низкой точке, чем другие дома и главная дорога, он постоянно подтапливается талыми водами и дождями. Первая причина – изначальная планировка микрорайона, вторая – частенько забитая ливневка. Вот и сейчас перед водостоком куча снега, да и рядом нагребли немало. Жители утверждают, что снег еще и от соседних домов сюда привозят. Буквально вот 1 января долбили лед, пропускали туда воду. 3,5 часа они работали. Ну, вот то, что вы видите сзади меня, вот эти кучи навороченные, это привезенные. Это не снег, это глыбы ледяные. Сейчас будет опять оттепель, плюсовая температура. Даже пропустить воду будет невозможно, так как эти глыбы теперь уже ни руками, ни лопатой не возьмешь. Вот трактор вчера приехал, опять вот немножко от ямы пораскидал, а ведь он утоптал вот эти все глыбы. Жители волнуются, что этой весной история с подтоплением повторится. Избежать этого можно, лишь вывезя снег заранее. На прошедшем недавно городском совете депутатов говорили о необходимости проведения месячника по вывозу снега из города. И, наверное, стоило бы начать с таких вот сложных уголков. Ведь с наступлением весны успеть ликвидировать все подтопления будет сложнее.